творческая встреча проекта «Интересная среда» открывается под грибоедовский вальс в исполнении Ольги Ефремовой, героини вечера. Сегодня музыка – неизменная спутница человека в течение всей его жизни. Именно ей посвящен концерт, который подготовили педагоги и ученики Одинцовской детской музыкальной школы. Сегодня мы презентуем День музыки. Мы рады видеть наших коллег у себя в гостях и надеемся, что сегодняшнее выступление юных дарований, несомненно, скрасит этот осенний ненастный день, и в душе мы все ощутим гармонию. Проект «Интересная среда» в культурно-спортивном центре «Мечта» уже полюбился горожанами. Его гостями становятся писатели, поэты, спортсмены, актеры. Встречи проходят в формате интерактива. Зрители могут задать вопросы на заявленную тему. Но это после, а пока звучит музыка. Пламенным вихрем на сцену врывается «Кармен» в исполнении Екатерины Нефедовой. Звучит и неаполитанская тарантелла хормейстера школы Валерии Мишуровой. Суле, суле, лах, бра, суле, лах, бра, ты подписи, дочь, бача, ты дрель, бача, ты Мы сегодня представим и струдные оркестровые инструменты, вот, будет представлены клавишные народные инструменты, будет представлена гитара, будет представлен вокал, так что аккордеон замечательный у нас, мальчик-солист потрясающий будет, я думаю, что будет очень интересно. Для детской музыкальной школы это первый опыт участия в проекте «Интересная среда». Сотрудничество будет продолжаться. Если у вас еще нет планов на ближайшую среду, то вы можете провести ее в КСЦ «Мечта» в интересной компании. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».